На Сяськом ЦБК первенцы целлюлозно-бумажной промышленности. И то предприятие, которое одно из первых стало производить туалетную бумагу в Советском Союзе. Мы научили народ потреблять данный продукт. Бумага у нас не портится, а еще она мягкая. Плюс обмотаться можно бумагой. Или вместо маски использовать, наверное, несколько слоев. Успокаивает большое наличие бумаги дома наше население. Ну и слава богу, мы не против. В сутки мы производим 1 800 000 таких рулончиков. Для тех, кто надолго решил закупиться туалетной бумагой, предлагаю купить большие 3-метровые рулоны. Их хватит надолго, на несколько десятков лет. В еде себя можете не ограничивать, газет покупать не придется. Мы обеспечим всех